внимание на сцену. Уникальный концерт «Реквием» в исполнении артистов театра «Крылья» не оставил никого равнодушным. Это юбилейный, 5-й этап военно-патриотической эстафеты «Салют Победе», которая проводится по инициативе главы муниципалитета Андрея Иванова. Каждый месяц, каждый день мы чтим подвиг наших героев. И поэтому вот эта эстафета позволяет нам побывать в каждом нашем населенном пункте, в каждом учреждении, дошкольном, школьном, культуры, и рассказать гражданам о их сельчанам, о тех, кто воевал и защищал нашу Родину. Старт памятному этапу был дан в Новороссийске. Морская тематика в этом году будет продолжена. Чем дольше и лучше мы будем хранить память о Великой Победе, тем дольше у нас будет мир, тем дольше мы будем хранить славу наших ветеранов. Символами эстафеты в этом году стали черная бескозырка, копия пулеметной ленты и знамя победы. Эти предметы были переданы Чистовскому поселению. Теперь на их территории в рамках недели пройдут торжества и встречи, посвященные Великой Отечественной войне. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».